Всем, всем добрый день. Смотрите, переворот карт. Накопил я 19 золотых жетонов. Там как 5 или 10 тогда в подарок дали. Поэтому я в тот раз оставил и накопил. Сейчас мы забираем все награды свои. Тут карточки, ускорение. Еще и Карл. Все. Что мы выбираем в этом раунде? Смотрите. Нужен нам Карл? Конечно, нужен. Пускай он будет. Почему нет? Карточки выбираем, все остальное нам не особо нужно. Нам нужно исследование, это 100%. Нам нужны вот эти 14 штуки. И нам нужны колбы. 6 из 8, да, что еще выбрать? Вот этих штук у нас сильно не хватает. Ну и в принципе, наверное, можно было бы стройку выбрать. Все остальное нам не так важно, потому что всего остального у нас переизбыток. Хотя сейчас давайте посмотрим точно, те ли я штуки выбираю себе. Да, глины много, ткани меньше всего. Все правильно. Итак, еще раз, да. Карл, карточки, стройка, ускорение и вот это все. Подтвердить. Ну и, соответственно, раздаем бесплатно и пытаемся все пооткрывать. Ага, награды. Да нам, в принципе, все нужно. Нам какая разница, поэтому мы сейчас просто нажимаем перевернуть все. Вы собираетесь использовать игровой жетон, чтобы перевернуть все оставшиеся карты в этом раунде. Да. Желаете продолжить? Да. И все. Мы собираем все бонусы. Отлично. Вы прошли этот раунд и выиграли все награды. Начните раунд бесплатно. И вот таким вот образом просто мы сейчас скупаем эти жетоны, чтобы потом в дальнейшем просто использовать. Еще раз повторюсь. Самое интересное, что не забывайте. Ваша цель — просто открыть, собрать с предыдущих раундов жетоны, и когда у вас будет достаточное количество, просто использовать их уже, чтобы собрать все бонусы. Считайте, нормально бонусов, да, насобирал. Купил я тут совсем немного, чуть 4 раза, по-моему, я купил эти жетоны. То есть 4000 рубинов я потратил, чтобы собрать вот эти вот все бонусы. Все остальное я собирал бесплатно. Я считаю, что очень неплохо. Потому что так, допустим, 15 жетонов покупать — это 2290. Это уже дорого.